Итак, здравствуйте, с вами Варлок. С вами Варлок Мега. Макс, ты хуй. Ты всегда петушишься, Макс. Да, да. Согласен полностью с Валерой. Кстати, жалко, мы не засняли то, как Макс кукарекал. Да, это тайные кадры. Которые доказывают, что Макс очередной раз петух. Да свершится правосудие! А ты думаешь, он будет это смотреть? Он не будет, зато другие посмотрят. Настал час молота! Ты прав, ты прав. Версия 0.4. Да ладно! А что это у него? Аркан, а что делает Аркан? А, это типа телефон? Да будет так. Попробую. Блядь, да, Паша, я нихуя не понимаю. А что тут надо делать? Вот я забрал кристалл. Ты просто телепорт между двумя кругами создаешь. Капи. Ты где вообще? А, вот ты где. Давай, вот смотри, да. Видишь там сверху? И ты не выйдешь сигнал. Есть себе. Камень. Да ладно! Не надо, как я его поставлю. Для начала этот клинок надо было тпшнуть куда-нибудь подальше от тебя, и все. Ну все, теперь будет 2-0 страдать херней. Скип это, смотри, здесь можешь, короче, кнопку выключения видео. И скипаешь, пока они ничего не начнут делать. Kills, you player kills, 3 килла сделал. Сразу triple kill, first blood. О, еще одного дебила убили. Встал, стоит. Что мне делать? У меня ключ. И этого, ну. Что мне делать? У меня ключ. Итак, играем в гонки. Направо, да. Рон-дон-дон. Ааа, бежим, бежим. Ааа! Не за мной. Пашу убили. Нет, только не туда, не надо, киллер! Ты дебил, киллер. Нет. Сейчас я тебя задавлю. Не поймаешь. Бла-бла-бла-бла. Вот, лови себе жертву. Нет, не яда. На придяву. Киллер, на придяву! На льеву. Нет, киллер, нет, сука! Попался. Киллер, ты киллер. Ооо, да ладно! Попади в овечку. Да, кстати, ладно. Сделаю. Я буду. Зачем ты убить меня? Уже в пути. Кастет как-то тут мега-мега кибер попадал. Сделаю. Ничего. Надрочился, наверное. Идёт. Да ладно! Ёбаные боты. Уже в пути. Всегда, сука, читеря. Сектурский бот. Я сейчас буду узнавать траекторию. Движется хаотично. Воу! Удачно так выделилось, блядь. Чему? Давай, стреляй в неё! А как они... Да вы с читером. Даже я попал, Валер. Ну, а, блядь! Ты просто курсором на нее попадешь, что мега, очень резко нажми. Ха, блядь! Да ладно! Или предугадай ее траекторию и очень быстро. Нихуя себе! 15 секунд, Валер. Да пиздец! Тронят. Ладно! Затронем! Да блять, хуя! Да он перезаряжался! Я на нее нажал, блять, просто потому что он перезаряжался! Пидор ёбан! Орудие! Можно быстрее? Нет! Иду, иду! Давай, пошевеливайся! Я буду ждать, ребята! Да хочешь, стреляй ты в них! Хороший ход! Истинно так! На, нахуй! Можешь быстрее? Ну не я, да, я буду сзади него. Хороший ход. Истинно так. Давай, пошевеливайся. Ух.
Мы уже идем. Давай, пошевеливайся. Ух. Хороший ход. Истинно так. Зеленый. Мы уже идем. Хороший ход. Истинно так. Я иду. Я тоже. Хороший ход. Истинно так. Давай, пошевеливайся. Мой. Ай. Ты можешь быстрее? Иду. Я возьму. Давай, пошевеливайся. Ух. Выходим. Тим. Хороший ход. Истинно так. Давай, пошевеливайся. Ух. И? Мы уже идем. Кто ты? Выходим. Я иду. Я тоже. Нет, ты мне кричишь меня. Хрен тебе. Выходим. Хороший ход. Истинно так. Мы уже идем. Хороший ход. Истинно так. Выходим. Все меньше и меньше. Давай, пошевеливайся. А, нет. Ух. Я иду. Я тоже. Давай, пошевеливайся. Бежать. Ух. Бежать. Ай. Почти. Мы уже идем. Давай, пошевеливайся. Ух. Мой пёс считает, что хороший я должен ход. Быть. Истинно так. Вот да ладно, я убил сам себя. Сука. Да, о, обожаю эту хуйню. Все. Троллинг начинается. Какулю надо кидать или что-то. Или не какулю. А ты знаешь бак собачки, что на нее все кинуть? У тебя! На собаку кидай. А смысл? Она убежит куда-то. Ноуп! Пинк! Пинки пай, блядь! Это о, хелоска. Что у тебя свистит? А, грин. А, пурпл. Пурпл это зеленый. Ёбаный дальтоник. Ниньяда киллер. Ты наебал меня, нельзя кидать собаку. Я кидал как-то. Ну 105-й, видишь? Здравствуйте, дорогие друзья. С вами Варлок. С вами Варлок Мега. Трое лучших. А, бля, я думал, у меня уже зависло. А я, знаешь, не я, блядь, вижу, что этот прицельчик стал красным. Нажимаю, а он нихуя уже не красный. Ёбаный боди. Давай, кидай в собаку! Или белый хоу. В чём думал бот? Нет. Да ладно! Гоним Макса. Рассказывай. Ну, началось. Мой загон. Нет! Уже лечу. Ну, началось. Ко мне. Собратьев моих. Давайте ко мне все овечки. Уже лечу. Не все ребята. Ну, началось. Нет, не надо к Паше. Паша, мудрый. Он вас съест. Спасибо, Лев. Ну, началось. Не туда, тупая. Черт, розовый первый. Собратьев моих. Все туда, нет. Мудрый. Все туда. Овечка. Твои. Уже лечу. Нет, они желтые, блядь. Мудрые слова твои. Да вы всех фиолетового гоните. Собратьев моих. Тупой фермер. Ну началось. Тупые фермеры. Мудрые слова твои. Ну спасибо. Для меня помог. Голубенький. Ееее. Тебе мой. Это не знаю, а овечка там за тебе пушек. Это. Блять, я ну же. Что, какая овечка? Какая такая овечка? Это он сейчас стоял, это у него было. Я забыл. А что, я не могу туда пройти. Какая-то невидимая стена не мешает мне. Это два боже, где эту овечку? Невидимая. Да молча. Да ладно! Мама? Он хотел меня убить!
Вот не блочь! Паша, ты... Видел. О! И тут я понял, что мне пиздец. А, нет, нет! Сейчас приходит твоя мама и... Хули ты орёшь? Матерналь, ау. Сатес. Слушай, а Максом дальше не петуши? Последний 88 князь. Макс, это... А, мам. 7-8. Макс... Интересно, кто же займет мой... второе место? Я. Занял последний. Посмотрим. Я вообще, блядь, самое днище место занял, блядь. Сразу же умер. Взял одну штучку, да и сдох. Варкрафт будет второе. Второе уже предопределено. Либо это я сейчас сошел с ума, либо ты не хуйню унесешь. Серьезно. Наверное, это больше всего первое. Наверное, ты сошел с ума. Да вот я уже чую, что я сошел с ума, блядь. Блядь, нужно же маме позвонить, чтобы она... Беднягу убили. Жри мясо, жри! Это ты? Какое же мясо, это какое-то яйцо. Да ладно! Ни слова больше. 96. What the fuck, что за двиг? Не проблема. Хорошо. Ни слова больше. Хорошо. 81. Не проблема. Ни слова больше. Попал 61. Не проблема. 52 попал. 96. Блин, здесь больше 98. Хорошо. 74. Ни слова больше. Мега попадание. Слишком просто. Не проблема. GTA San Andreas. Ни слова больше. Мне почему-то, кстати, это как раз и напомнило. Хорошо. Бля, я походу дело один остался стрелять. Нет, я не еще. Не проблема. Хорошо. 87. Не проблема. А сколько там время? 20 секунд еще? Хорошо. Я сколько? 94. Не проблема. Ни слова больше. Паша, все. Прощай, Паша. Ты будешь. У тебя будет последний. А у меня какой будет? А у меня... А нет, смотри, у меня получается будет... Не проблема. Нет! Место. Да, а не, шестое место. Немного и так... Знаете, так. Пофиг, я все равно выиграл. Давай, что будем? Давай. Нет, это хуйня, шипшот тоже хуйня. Да, не только не дальше. А где тут эта хрень? А, вот он. Архимон Сейс? Делай то, что он сказал, или умрешь. Только хардкор, только одна жизнь. Да ладно! Пошел ты нахуй, Архим. Я знаю, где ты живешь. What the fuck? Что это было? Вот у меня сейчас тоже такой же вопрос. Он только показал, я еще эту кнопку хочу на нее нажать. Пизда сразу всему. Ну, Мистери Бокс. Земолит Варк. Мы не видим, сколько еще в коробке осталось ударить, так что на ура. Только боты знают.
Да ладно, теперь ху поймешь. Это так, это двойной, ладно. На тебе два бот. Все, сейчас, сейчас меня убьет 100%. Не убило. Не убило. А? Там что, блядь, миллион что ли? Убило. О, с кого начиналось, тем и убили. С меня. Нахвата что так? Два ебаш бота. Так, я ударю один. Думает. Нет, нет! Ах ты ж. А если б я ударил два? То... то фиг его знает, что было. Наверное, оставалось четыре, он ударил два, и тот ударил два. Вот тебе за это месть. Месть я буду... свершилась. Жусти убей ебе. Желтый или синий? Фак-е. Я буду жить еще фак. Надеюсь, это меня спасет. Нет, мне пиздец. Нет. Ты два сделал, а походу. Надо было бить один. Варкрафт есть физика! Всем в Варкрафте нет физики. Тут уже чисто на удачу. Да. Никто не знает. Ну, боты знают, конечно, сколько там. Я никогда не совнимался, не совнимался, не совком. В принципе. Давай, хуйня. Да ладно! Готово. Что ты делал? Зачем ты это сделал? Ты меня так... Ты меня опозорил. Готово. Блядь. Блядь, куда я бегу? Нет! Быстрей! Быстрей, блядь! Пада! Стоп. Подожди. Охуеть. Получается, я помогал розовому? Я убил розового, а за собой даже не следил? Я-то думаю, хули я вот уже умер, слышу, блядь. Теперь будем ждать зеленого. А нахуй он построил там, ниже? Теперь он там построил. Он должен... Нафиг он там строит? Тоже вопрос. Это мега рандом. Вот ЭП прям в доме построил. Как? И что он, сука, делает, придурок? Убил стену, теперь что же? Не успел. Да, таким медленным я тоже не успел, нахер. Да. Чикен сирот. Хочешь побыть курицей, Валер? Не хочу. Пофиг, рандом. Кто-то... из нас всех будет курицей. И курица не я. И не я. А Тил голубой. Короче, надо врубать нитро и задавить курицу.
Кэп. Черт, курица проходит. Я ее раздавлю, все. Тупая курица.